Да? Спасибо, Олег Геннадьевич. У меня вот вопрос. Сказали, что группа между мужчиной и женщиной невозможна. Верные друзья. Может ли быть женщина верным другом мужчины? Нет. Может быть, сестра родная, это исключение. Или двоюродная сестра, тоже исключение. Но троюродная уже вопрос. Близкое родство объединяет людей, и Бог защищает эти отношения как чистые. Но потом в них уже постепенно начинает вожделение входить. Просто если женщина сдружит с мужчиной, то там есть тонкий секс невидимый такой. Они наслаждаются друг другом. Вот зачем с мужчиной дружить? Вот зачем? Приятно. Приятно означает наслаждение, означает секс. Все. Когда ты с женщиной дружишь, то же самое? Нет. С женщиной ты дружишь, там нет приятного. Ты дружишь с ней, потому что с ней легко. Понимаете, это другая энергия, чистая, чистая. С мужчиной, когда дружишь, наслаждаешься, тебе хорошо, это секс. А женщина чистая, светлая энергия. Означает дружба. Исключение составляет как бы отношения уже на Западе есть между женщиной и женщиной. Там нет дружбы, там есть секс, но это уже другие отношения других людей. Я не чуть-чуть могу завтра об этом поговорить. Деградация человека, когда идет, то человек приходит вот к этим однополым отношениям. Приходит время, и он уже не может по-другому. Это результат безнравственной жизни.